Наступившая рабочая неделя в Тверской области ожидается теплой и снежной. Погода в регионе вновь будет неустойчивой. Если в минувшие выходные среднесуточная температура, по данным Российского гидрометцентра, была ниже нормы более чем на 10 градусов, то сейчас она будет чуть выше. Причина перемены погоды – циклон, который надвигается на европейскую территорию страны. По данным уже тверских синоптиков, к середине рабочей недели столбики термометров приблизятся к слабому плюсу. Кроме того, Верхневолжье находится в зоне пониженного давления, поэтому ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега от слабых до умеренных. Самая подходящая погода для того, чтобы лепить снеговиков, что не может не радовать юных жителей региона. Но продержится тепло недолго. К выходным станет ветрено и температура понизится до -7, -12 градусов. Кстати, перепады давления и температуры наблюдаются практически весь январь. Но, по словам синоптиков, такие погодные качели являются нормой для наших широт. У нас нет такого, как в Сибири, антициклон сибирский стал, и все там одинаковая погода практически всю зиму. Мы очень близко расположены к Атлантическому океану, который несет теплый и влажный воздух в случае переноса с запада на восток. И арктический воздух тоже у нас близко, а если он побеждает Атлантику, то у нас приходит вот это понижение температуры. Если побеждает, допустим, больше атлантических переносов у нас с запада на восток, тогда у нас зима теплая.